Можешь музыку врубить? Нет, лучше на шобот. Здорово! Дует же здесь! Кто свежий? Водитель Марсова, не обгоняем, едем в том же порядке мотоцикла. Главное в танке не бздить. Уже поздно. Прости, что я не удержал. Поздно предупредил. Да. Сейчас кажется, несколько квадриков меньше будет. Если кто-то попросит. Да это сюда не сведет. Это... Нету динамических теней. Что-то не укачивает. Эко подумал. Кто это там мне цель обозначил? Грузовик Хэмми. Ничего не знаю, приказ есть приказ. В темноте намного приятнее сидеть, чем с каким-то странным светом. И странными шеями, которые на 2 метра вытягивают. Ага. Уронение. Так, нет динамического этого. К сожалению. Да у них так арма не оптимизирована. Куда им еще динамичный день? Что если не оптимизирована? Ну что, в последнее время, да, лучше-то. Просто с последней пачки, да, они что-то там зафакапили. Уже стало. Так было. Дорога не следит, я еще первый говорю, еду. Дорога. На карте мой суть, направо сейчас. Да, направо. Если ты выглянул, ты можешь GPS включить. Рекордочного видео нет, зато GPS, да. А я командир, у меня теплячок есть. Так что если что, попробуем помочь с определением цели. А где мне высаживаться с ППЛА? Теперь гость. Сейчас будет заправка. Давай-ка залазим и уже смотрим, уже можно будет. По сторонам. Командир. Принял. Это у меня метки на карте застопорились. У всех так или у кого-то двигаются? Двигаются. Тоже две застопорились. Гребаные кролики в тепляк всегда кажется, что чья-то башка торчит. По главное сегодня. Ну, заправка. Кто за водителя? Тебя критично башку высовывает? Да нет, сейчас уберу. А то мне пол прицела забирают, то спасибо. Я, кстати, целюк вообще. Только я теперь без GPS. Тоже. Так ты просто по дороге едь, и все, я окажусь. Впереди в марш. Опа, так, я не помню, что это такое. Камень, что ли? Направление. На 150, там на холме что-то было. Приближаю, у тебя плюс есть. Да, вот сейчас за деревом. А теплак есть у командира? У меня есть, но тут непонятно, что там было. Что-то он как-то выделялся там на фоне. Светло. Мог спрятаться, скотина. Опа, так, это что у нас на 90, на 100 стреляет по нему. На 90 камыш, расстояние 1100. О, камыш. Пехота на выход. Камыш, на выход. Пехота выход. Пехота на выход. Заехал. ППЛА доставать? Нет, ППЛА пока не доставать.
пехоток, Пиркусом продвигается вперед. Вижу пехотинца на 90 пометил. Там еще бегают. Мне пометки, к сожалению, не видны. Да. Стреляет по нам, кстати. Блин, по нам бьют! Ну все, приехали. Высунулся, блядь. Кого там еще? Кого там еще в машине накрыло с нами? Водителя накрыло. Сам. Я еду, еду, хуя, что-то все стало. Непонятно. И не едется. Я не понял, вот он на горе стоит, а куда он у меня пропал с тепловизором? Он куда-то вниз съехал, и все, я его не видел. Все у нас сгорели в маршале, пехота не успела выйти? Да успела, по-моему. Да вон бегает пехота. Уже как, сколько он? Три дыма наших уже. Блин, у нас все поуничтожали. А я говорил, до заправки даже не доехали. Ну, как обычно. Лав, ты здесь? Блин, я же кричал в рацию, что там видим этот камыш. Ну чё, с дороги даже все равно никто не догадался. Никто не слышал. Я не слышал. У них ещё морит, камыш, чё у них там ещё? Да без техники шансов Трун, мало. Трун, ты жив? Тут живых нет. Значит, жив. Ну, от Пиргаса, в принципе, можно и добежать, но, конечно, шансов мало. Они, конечно, не успел выпрыгнуть с Эфрита, с Хантера. Чалька. Сам вначале сдохнуть. Зато Трун успел. Лесник, ты что здесь? Ниоткуда. Да там он стоял километр, ну полтора километра до него было. А где он стоял-то хоть этот марш? Ну, получается, от Пиргаса на востоке, вот где 3-2 БПЛА, черная метка, самая восточная. Ну и где БПЛАш не было? И как меня убило тоже? Улетело, наверное, заряд. Не знаешь, Хантер да, но... А что там произошло? Там кто-то перевернулся на дороге, что ли? Да нет, говорят, убили. Кто-то там кричал, что перевернулся один марш. Бороться. Не, уничтожен был. Не, наш уничтожен, который я ехал. Трое, да ты упал возле гаража, да? Да, откуда вообще там были? Даже и не видел. Не заметил. Ну вот КНД склад, как я и говорил, они обходят по какой там. Ну короче, заходят где-то с тыла. Сколько я понимаю по карте. Да, Родополе, пожалуй. БПЛА туда и не смотрит. Я, короче, свой, наверное, завалил. Да может быть, а кто по нам стрелял по Хантеру? Сейчас у нас маршал будет минус. По Хантеру, наверное, те, которые по нашему Мариту обстреливали, просто нам в баг попали. Я потом остановился.
вернулся, ну ты, слава богу, выскочил, успел. Пипец. Да, что? Это как так-то? Это чё? Это маршал сейчас был, да? А чё мы не высадились? А почему по нам это, кто-то работал? По-моему, вообще никто не стрелял. Стрелял маршал, да, рядом. Да. Не было команды на высадку. Не высадились, потому что надо было отступать. Странно, не, а вы от чего взорвались? Вот вы тоже вопрос такой. Просто я вот сейчас смотрел, вы ехали, а маршал стрелял правее от вас метров в 20. А потом вдруг ни с того ни с сего взорвались. Титан. Титан. Ну да, тогда получается титан. Не было титана. Да, ракеты не было, взрыва не было, ничего такого. Тоже подсоединился, может, просто. Ну, значит, это баги какие-то, я не знаю, ну, с попаданием, грубо говоря. Он по вам стрелял, а показано, как будто справа от вас. У них только РПГшки должны быть. Не, он по нам стрелял, попал в корпус, потом мы спрятались. И потом он мимо стрелял в нас. Ну, может, в боеукладку попал? Нет, у нас корпус был пробит, конечно, но, блин... Так а чё буквально... десант не высадили красный без пробития? Был корпус. Да. И что, ну, красный не было команды. Боевую кладку надо было команду, конечно, на высадку. А в чем прикол? Он когда прострелил, мы отъехали, больше не было попаданий, с чего мы взорвали. Да, мы уже спрятались после этого. Ну, значит, первое попадание было критичное. Я видел. А через какое время? Бывает, что секунды 3-4 проходят. Ну да. Ну да, вот да. Я сейчас видел, за вами прям смотрел. Вы ехали-ехали, пехота съела, вы едете, стреляете. Маршал стреляет правее от вас, наверное, метров 20. Потом вы едете-едете-едете, до дома доезжаете, останавливаетесь и взрываетесь. Ну, что делал? Да-да, так и было, потому что мы спрятались уже, то есть я просто даже не был, можно сказать. Но вы сожгли маршала. Ну он подбит, ну, точно стоял. Ну один, да, точно, вот второй. Пушку сломали, его сейчас чинят. Я только хотел Дмитрий себе сказать, что давай с РПГ высажусь. А почему Рокс с Баскером вы на наблюдательной точке не остались? Почему пошли в БТР? Потому что приказ штаба был возвращаться. А, понятно. Ну, что ж, вот так вот. Обидно, блин. Ну да, пехота жалко больше всего. Так обидно, что как бы хотя бы даже вот гранатомет надо было высадить, чтобы это самое, я хотел. Хотя если это титаны, еще подбили-то не понятно. Да непонятно, я вообще у вас попадание больше не считал. Мы просто ехали-ехали, взорвали. Да, да. Попадание рассчитывается, то есть лагало немного, и как бы вы могли просто в лагах не заметить. Типа. А, ну, возможно, не видели, возможно. А вы поехали на противника с пехоты, почему, если вы должны были возвращаться? А потому что ты сам сказал, что нужно ехать через город. Прямо в сторону противника вместе с пехотой? Да, а, да, да. Понятно. А кто это сказал? Он Пеппер, если не ошибаюсь. Ой, сколько ваших тут синих-то? Понятно. Да, почти все отделение Реборна убили. Да, норма. Я предлагал ехать в Халки. А чё штаб-то сказал вообще? Штаб убили, дружиться и отступать. Под обстрел. Ну так а чё ж вы отступали, да, пошли на них, на оборот. А, и второй маршал, третий тоже сломан. Пушка как странно. А, Дро, ты слышал, как я кричал в рацию, что я увидел 90 маршала расстояния? Да слышал, ну а что мы сделали? Мы давали домам быстрее Дору и все. Графит, не умирай больше первым. Вовремя мы сели, блядь. Ну я не хотел умирать, откуда, я вообще тоже не понял, как меня убили. Я просто и вылез там наверх, вижу, стреляет наш камыш, и вдруг раз я мертвый. Ну то есть я увидел стрельбу в нашу сторону, но от меня метров 15, опять же. А короче, ты погиб как камыш, в тебя это самое, ну, да, сосроченное, да, с ядом пуля попала. Вон, они прям через нас идёт. Какая-то странная фигня. Если это такие лаги, то это очень волшебно. Засада. Да не были это лаги. Зачем? У всех-то одинаково, не могу лагать. Ну не знаю. Я причем видел, что потом ты сидел от меня левее, фактически так же открыт и спокойно живой. Всю группу вперед, да, сорвались мы. И Сёгун ко мне подошел к моему трупу, забрал рацию, все нормально. Ну, видишь, они идут, не умер. Они идут. Я забрал рацию. Ну. Или как кто-то. Ну он что-то у меня забрал вообще, я ведь. Вот, нормально. И поэтому, конечно, непонятно. Я просто слышал грохот обстрела и раз умер, блядь. Перепонки лопнули, что ли, блядь. Я, может, враг уже. Да нет, в километре было все. В двух, наверное, война. А кто в Эфрите был, а кто вначале сгорел? Который сейчас горел? Вот первый там самый пошел. Вот ну, это мы были. СССР. А что? Вот только что мы сейчас горели. Да? Мы только что умерли там.
Где первый фрит, короче, сам. Мы хотели на запад переместиться частично, чтобы там ловить их. И вот. Блин, вот западло. Кажись, из своего отделения я один умер. Они не смотрят наши, блядь. А десант что там, вражеский, высадился? Нормально все? Потому что есть подозрение, что, может быть, мы, по-моему, отработали. Что там эта куча, толпа шла, ехала прям мимо вас. А, если может и вы. Может и вы. Так что, если что, заранее извиняемся. Окей. А как вы-то умерли? Да, Кметя. Неизвестно. Это магия. Magic, вау. Не, ну вам, походу, реально попали в критическое место куда-то один раз. А с чего вы стреляли? Нет, мы не стреляли, это мы наши ребята. Вроде камыш что, уничтожили? Камыш что, уничтожили? Когда с пехотой вместе? Да, с его отделением пехоты было внутри. А чем камыш уничтожили? А хрен знает. Это загадка. Вот я за ним смотрел, он ехал спокойно себе дым пустил. Маршал рядом где-то стреляет, 20 минут, вдруг он берет и взрывается. Ну, может, его добили, как бы, то есть наши их не прошили. Как а может такое быть, что не видно снаряд попадания вообще? Конечно, может быть. Вы что, заметили? Снаряд рассчитывается на том компьютере, на котором выпущен. А, то есть, понятно. Если ты выпустил, но у тебя компьютер подлагивает, и другие не успели эту информацию в твоем снаряде получить, только ты его увидишь, но он долетит и дамаг нанесет. Ну тогда да, скорее всего, мы просто я просто не увидел само попадание. А вы так как были внутри коробки, вы не увидели этого. Так такого маршала мы раньше пушку сломали, чем мы оторвались. Но противника с титана есть. Но у вас до этого, вы же говорите, не, у них не было титанов, у них были только FPG. А титаны есть знаете. В скроле. Титаны есть в скроле. Ну, значит, который на юге. Уже. Ну, у вас там один титан, было. Там всего лишь один титан и 4 заряда клея. Пейнтру. У вас что-то красное нужно, конечно, пехоту. Это корпус был, понимаешь? Ну, в любом виде. Пейнтру, вот ты именно, тоже там умер? Вот смотрите, если у вас корпус красный, вы получаете еще один заряд какой-то. Я в штабе был, я умер от техники. А тут только Реборн были, да, получается? Да. С кем мы там столкнулись. Еще я вот... Че, я тут? Че-то наши всех раздели, это интересный момент. В каком смысле раздели? В прямом смысле раздели трупы. Какой цели? Не знаю. Я смотрел, и мой труп тоже раздели заодно. Блин, тут, конечно, хоть видео снимай. Красиво так штурманули. С дураком командиром одним, потерях. Надо же было сгнить-то так. А что, десант спокойно вышел с юга? Я так понимаю, вообще их никто не встречает. Десант вечно никто не встречает. Там он... Ну вот кто в десанте идет? А Тим? Гро и Мерки. Мерки? Ну их, то есть, не перекрыли вообще. Тру, ты сейчас здесь? Да. Слушай, ты говоришь, Мерки пропали там определенный момент? Да, выскочила ошибка твоей. Да-да, я, кстати, ее как бы уже пофиксил, но не успел обновить это место. А вы все, кстати, по западному побережью атаковали? Да, кроме спецназа. А это мы труп, получается, вам в хост ехали или наоборот, да, так сказать, вот. Опередили? Отлично. Вот. Значит, если наши сообразят, дальше поедут. Сообразят. Понимаешь, там ППЛАшники должны были наблюдать как минимум 3 разных направления. Почему вас пропустили, не знаю. Мы сзади заехали вам. Ну, они должны были наблюдать направление Харьки, через которое вы шли. Соскочило. Ну, мы как шли? 130 мы шли. Может, они и наблюдали.
Вообще пипец. Крамер, тебя накрыло? Меня очень накрыло. Чё там? Чё там было? Где он? Походу, Никор прилетает. Бегите, стреляйте! Блин, второй, ну, второй раз промахивается. Пиздец. Чего промахивается? Да, гранатомёта по маршу. Yeah. Ой, по этому, по Марии. Оба, на это только у меня.